Здравствуйте. 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 Добрый день. Сегодняшняя встреча происходит по моей инициативе. Ко мне обратилась девушка, она участница нашего движения. Недавно стала участницей международного общественного движения «АЛЛАТРА». Перечитала все книги, познакомилась с деятельностью международного общественного движения «АЛЛАТРА». Это дало ей очень много пониманий, дало ключ к жизни. Ну и, как многие из нас, естественно, она стала делиться своими пониманиями и знаниями со всеми своими знакомыми, близкими, ну и, естественно, в первую очередь со своим мужем. На тот момент заядлым атеистом. Ее муж — это мужчина 36 лет, он ученый, старший научный сотрудник одного из НИИ. Всю жизнь он привык полагаться именно на науку, то есть он верил Дарвину, теории эволюции. Вот он считал, что все живое на планете, оно свое существование здесь и прекращает, в том числе и человек. А к самой смерти... И образовалось случайно. Да, и образовалось, естественно, случайно, да. А вот к смерти он относился просто как ко сну. Ну, и... Как животное. Ну, по сути, да. Пожалуй, умер, если да не осталось. Да, все ее попытки с ним поговорить на тему «АЛЛАТРА» он воспринимал просто в штыки, вот, но до недавнего времени. Вот она мне позвонила несколько дней назад и передала его просьбу со мной пообщаться. Ну, естественно, я согласился, мы с ним созвонились, и он мне рассказал о событиях, которые он пережил вот накануне Нового года. Незадолго до Нового года, в один из будних дней, он ехал по работе на своем автомобиле. Значит, у него закончился бензин, он заехал на заправку, поставил автомобиль заправляться, пока ожидал своей очереди, выпил чашку кофе и сходил в туалет. После этого он продолжил свое движение. Это был день, ясный день, солнечный. Он передвигался по загородной дороге, хорошо знакомая, потому что он по этой дороге ездил буквально, ну там, минимум несколько раз в неделю. То есть дорога была хорошо знакома. Где-то минут через 10 после того, как он уехал с заправки, он удивился сам, что у него возникло резкое желание снова посетить туалет. Ну и он начал искать подходящее место. А ехал он вообще в открытом поле. Вот начал искать деревья. Ничего не было подходящего. И тут он увидел впереди себя хорошо укатанную грунтовую дорогу, которая как раз находилась по ходу его движения, уходила в сторону. Вот. И увидел там небольшую лесопосадку. Для него это было как остров спасения. Он туда направился, повернул руль, съехал на грунтовую дорогу, проехал немного по этой грунтовой дороге и вдруг с ужасом осознал, что его машина летит вниз с обрыва в очень глубокий яр. Пришел он в себя через несколько дней в больнице. Во время экстренной операции, которую провели медики, вот сразу после того, как он поступил в приемное отделение, он пережил клиническую смерть. Значит, врачи боролись за его жизнь, на самом деле они не верили, что он выкарабкается. Вот. Но, к счастью для него, он выжил. И он рассказал эту ситуацию и попросил меня, чтобы я передал его просьбу Игорю Михайловичу рассказать еще раз подробно людям, а людям задуматься над словами Игоря Михайловича по поводу того, что независимо от того, верите вы в метафизику или не верите вы в нее, она существует. Ведь то, что он пережил, это реально с ним было. Он ехал по знакомой дороге. У него возникла острая нужда. Он увидел перед собой, реально увидел грунтовую дорогу, на которую он ехал. Он реально видел лесопосадку, к которой ехал. И вдруг оказался на дне яра. После того, как он пришел в себя, значит, в больнице его посетили сотрудники ГАИ, которые начали его расспрашивать о причинах этого ДТП. Но он настолько был, на самом деле, потрясен вообще всем пережитым, что он вообще не стал кривить душу, он просто им рассказал в лоб, как оно было на самом деле. Но они были
потрясены услышанным. Вот. Ну и тоже им, в общем-то, честно рассказали, что на этом месте на протяжении последних 2 месяцев произошел целый ряд подобных ДТП. Вот как под копирку, один в один. Но все они закончились летальным исходом. И он единственный, вообще первый, который выжил после такой аварии. Склонный к анализу, этот мужчина, он начал анализировать произошедшее, вот, сопоставляя факты. Он сказал, что я на самом деле этот обрыв и этот яр я хорошо знаю. Я, говорит, эту дорогу знаю буквально с закрытыми глазами. То есть этот обрыв и этот яр его видно с дороги. Но когда я ехал, его не было. Я, говорит, о нем до его существования даже забыл. Я видел грунтовую дорогу, я на нее свернул. Я ехал к лесопосадке. Это не была попытка суицида. Ну, как правило, списывают на суицид. Да, это первое, что у него задали вопрос. И тех предыдущих тоже списали как суицидники, что люди съезжают с дороги, подъезжают, да, устремляются в яр. Но здесь также, скажем, если исходить с позиции науки, можно пояснить, что образование, скажем, преломление света, какие-то дифракции, еще что-то, то есть, ну, игра света, иллюзия, которая создается визуально, он мог увидеть дорогу там, где ее нет. Ну, не факт, что, скажем, не было и таких явлений, да, вот если подходить с научной точки зрения, ведь миражи возникают и в пустыне, видят города, и, скажем, древние события, которые происходили, Бог знает когда, люди видят и запечатляют на камеры, снимают. Ну, можно объяснить и так. Но можно объяснить и с другой стороны. Когда человек хорошо знает дорогу и в то же время съезжает с нее, и здесь тоже ключевой момент, я так понял, что ты не зря акцентировал на том, и он, рассказывая, пояснял, что он выпил кофе, сходил в туалет. И вдруг он через 10 минут движения опять… Возникает острое желание. Острое желание, да, с которым он не может бороться. Но человек культурный, ему хочется где-то запрятаться от идущих машин. Да. Да. Классика жанра. Да. Ну, хотя с позиции вот психологии это все-таки можно отнести на то, что человек мог сокрыть свое желание суицида и тому подобное. Мог слышать о том, что есть яр и что кто-то там уже совершал суицид, правильно? То есть и у него могло сыграть. Но так как он не знал, и здесь опять акцент идет на том, что когда пришли сотрудники милиции, да, и рассказали о том, что он далеко не первый, но первый выжил, ему так повезло. Тогда бы он не удивлялся этому, ну, да, если бы он слышал перед этим. Ну, собственно, он бы не стал, собственно, рассказывать эту историю в том ключе, в котором он рассказывает, он бы не пытался разбираться в этом. Какой смысл? Я скажу так, это, конечно, беда, это печально, но есть один позитивный момент. Среди ученых стало на одного атеиста меньше. Да, это 100%. Это не юмор, это правда. Когда человек определенного склада ума, ученые не отличаются тем, что они склонны к анализу, к исследованиям и тому подобное, они начинают постигать действительно науку, то, что они называют метафизику, а это своего рода тоже наука, и она требует гораздо больших сил, вложения внимания и всего остального для изучения, потому что нужно наблюдать за тем, что ускользает от взгляда и не замечаешь. Нужно наблюдать и анализировать именно свое сознание. И опять-таки найти ту позицию наблюдателя, которая не имеет отношения к сознанию. Это тоже трудно. Можно легко изучать все, что угодно, все, что мы видим вокруг. Это несложно. Хотя тоже нужно иметь определенные навыки, врожденные данные для того, чтобы заниматься наукой. Но гораздо сложнее наблюдать самого себя и изучать самого себя. Поэтому если нашему полку прибыло, пусть и с печальной историей, но здесь есть тоже позитивные моменты, потому что каждый ученый, который начинает действительно вкладывать свое внимание и свой опыт, опыты наблюдения, опыты исследований и всего остального именно таким научным подходом, скажем, к изучению того, что называют метафизикой, приближает тот момент, когда
слово «мета» исчезнет. И останется просто банальная физика. Потому что это и есть физика. Ну, взять простые примеры, я немножко отойду. Мы не раз поднимали вопрос то, что прячется в тени. И вот для многих это все тоже, ну, как метафора звучало. Ага, ведь действительно в тени много кто живет. Просто надо уметь это видеть. Порой даже самые ярые атеисты, они боятся темноты. Не из-за того, что они боятся стоматологов, а в темноте их может быть много, этих стоматологов, поэтому они боятся темноты. Из-за того, что люди чувствуют, мы не все видим из того, что нас окружает. И зачастую многое несет угрозу, но не прямую угрозу физического, скажем, какого-то воздействия или там угрозу жизни. Как правило, все эти скрытые сущности потребляют то, чего мы сами не замечаем. То, что мы просто бездарно разбрасываем. Но есть и те, которые не довольствуются малым, а хотят большего. И вот в данном случае мы столкнулись с классикой проявления. Это вот что Андрей рассказал по поводу человека, который подвергся воздействию как раз на уровне сознания. Это информационная подмена. На самом деле это очень легко. Это так же легко, как вот, скажем, тем, кто будет собирать нашу передачу, вот много камер, а нам показывают всего лишь картинку с одной камеры. Те, кто будет заниматься монтажем, они могут подменить любую картинку, изменить ее в любой момент. И в течение фильма картинки всегда меняют. А из-за чего? Вот вопрос простой. Почему не показывать все время стабильную картинку? И вот к режиссеру. Сознанию скучно одну картинку смотреть. Вот видите? Режиссер говорит, вашему сознанию скучно вот так просто смотреть на нас. Надо, чтобы вашему сознанию было интересно. Это правила, которые наработаны кинорежиссерами, и операторами, ну и всем, кто имеет вот отношение к этой благородной работе, скажем так. А на самом деле сознание устает смотреть на одно и то же и начинает вмешиваться со своими советами. А когда картинки меняются, то она воспринимает, скажем, более глубже информацию, правильно? То есть смена плана, изменения, и уже человек не думает над тем, что ему говорят, а он больше обращает внимание на картинку. Но с другой стороны, это и прослабляет сознание. Почему? Здесь тоже это интересный момент на самом деле. Вот эта смена кадров, смена планов, смена картинок — оно отвлекает сознание, и сознание воспринимает гораздо, скажем, легче то, чтобы оно отвергло. Ну, таким образом, вот легче вам что-то пояснить, и оно быстрее будет воспринято, с меньшим отрицанием того же сознания. Да, это тоже инструмент манипуляции, психологии и все остальное. Вот вы сказали, что в научной среде стало на одного атеиста меньше. Ну, это действительно так, потому что кроме того, что произошло во время ДТП, вернее, того, что привело к ДТП, этот мужчина еще пережил и клиническую смерть. Этот опыт, который он приобрел во время клинической смерти, для него это стало абсолютным откровением, открытием. И эти два события настолько повлияли на него, что заставили его кардинально пересмотреть полностью взгляды на жизнь. То есть у него поменялось мировоззрение. Это естественно. Ничто так не влияет на, скажем, на нас, на наше сознание, как факты. Да. И он... Сознание спорит с чем угодно. Но факт остается фактом. Хотя она подвергает сомнению любой факт. Но тот опыт, который получаешь сам, с ним не поспоришь. Да, тут бессильно сознание. Конечно. Почему и важно вот, действительно духовная работа над собой. Что бы мы ни рассказывали людям, как бы мы это ни показывали, ни объясняли, если человек не будет работать над собой, действительно работать в духовном плане, для него это все останется, ну, скажем так, что книги Андерсена почитать, что «АллатРа». Абсолютно. Информация для развлечений.
Ну, единственное, что может кто-то когда-то с чем-то столкнется, задумается, вспомнит. Ну а что толку от того, что он задумался, вспомнил, но он не принял, он не работает над собой. Он не изучает свое сознание, он не наблюдает за тем, как работает система. Если человек не знает, что он — Личность, что он как раз тот, кто наблюдает за работой сознания. Если человек не понимает, что вся сложность как раз передачи вот этой информации, которая приходит, именно эта информация прежде всего, ведь она распечатывается, эта информация, на уровне нейронов нашего головного мозга. И вот именно наш головной мозг, он и формирует картинку в этой лобной части, да, которую мы можем наблюдать. Это скрытые картинки. А потом эти картинки уже передаются Личности как факты и все остальное. Ну то есть очень сложная цепочка вот этих отвлечений для нашей Личности, идущая от нашего сознания. Если человек этого не поймет, не увидит, если он не осознает, что сознание — это не он, он будет отстаивать свое сознание. Как же без сознания? Вот, ну действительно, без сознания невозможно. Мы утрачиваем сразу трехмерность. А Личность, еще раз говорю, она не воспринимает трехмерность. Она воспринимает информацию в целом. Если взять ну, любую ситуацию, что угодно, и более свободная Личность, она воспринимает целиком. Ей не надо, она не видит ее фрагментами, не может воспринимать. Она ей не нужна. А в трехмерности для нее вообще практически ничего не существует. Но для сознания трехмерность как раз это очень важный фактор, потому что для него не существует другого. И вот в данном случае как раз наши нейрончики, наш головной мозг, он играет очень важного посредника такого. Хотя посредник между Личностью и сознанием — это первичное сознание. А вторичное сознание — это более информационная структура, которая, ну, не раз уже рассказывали, есть передача «Сознание, Личность». Кто смотрел, тот смотрел, кто захочет, тот посмотрит. Там подробненько это все рассказывается. Но головной мозг тоже очень важный инструмент, скажем так, в данном случае, для того, чтобы создавать картинки, для того, чтобы давать те же физические ощущения присутствия в этом мире. Потому что если убрать головной мозг, сознание остается. Вот пример, допустим, человек подвергся удару, инсульту довольно обширному, он не чувствует тела, ну, иногда даже утрачивает слух и зрение, и человек оказывается в коконе, но сохраняется все, сохраняется сознание, сохраняются эмоции. Вот это и есть то состояние, которое люди приобретают после смерти, первичное. Но он же никуда не девается. И сознание остается, и оценка этого, и тот, кто снабжает как раз силой то сознание, то есть Личность остается. И вот это вот состояние, которое человек сохраняет после смерти, связь со своим сознанием, оно называется состоянием субличности. Или же, как раньше рассказывали, человек попадает в ад, то есть безысходность, безвозвратность — это туда, где нельзя уже ничего изменить. Это тяжелое состояние. И как я понимаю, наш товарищ, он пережил нечто подобное. Почему ему это все и настолько поразило? То есть увидеть и приобрести опыт, особенно того, что ты отрицал, ну, конечно, это впечатляет, скажем. Да, он как ученый со своим подходом подошел к книгам, то есть он перечитал за время, пока находится в больнице, несколько раз «АллатРа», несколько раз «Из осмос», и несколько раз он акцентировал мое внимание на этих книгах, и он говорил, что вот все, что здесь написано, все это реально правда, он с этим столкнулся. Тот же «Из осмос», он в художественной форме описывает реальные вещи, то есть за тех же кондуков. Ведь если мы возьмем по тому же суициду, мы зацепили сейчас как раз подмена в его сознании. Здесь может идти разговор лишь о том, что это было — мираж, была галлюцинация его какая-то, исходящая от сознания, или здесь вмешательство третьих сил, которые подменили картину. Ну, вот именно рассказ сотрудников ГАИ о том, что на этом месте он не первый. В короткий срок и ну, там определенное конечно. Количество людей. Значит, погибло. Остается только два варианта. Или же там эпизодически возникает мираж, но мираж можно видеть на определенном участке, его видят другие люди. И, скажем так, простой пример. Если я постоянно езжу по одной и той же дороге, а очень часто
по одной и той же дороге в одно и то же время ездят практически, ну, скажем, определенная группа людей с добавлением, незначительным добавлением тех, кто туда случайно попадает, правильно? Если я знаю, что там есть яр, то есть мое подсознание, даже периферическим зрением, я его воспринимаю, я знаю. А потом вдруг он исчезает, вместо него появляется дорога и появляется лесополоса. Это привлечет мое внимание? Обязательно. Конечно. Привлечет. Почему другие машины, как я понял, машин достаточно было, ну, по той конечно. Дороге, почему другие не увидели ни разу этот мираж, и никто его не описал? Вопрос миража вторичен. И еще за короткий промежуток времени масса людей съезжают, когда перед этим они проезжали заправочную станцию. Все, да, гаишники сказали, что все эти машины, все, которые здесь разбились на этом месте, они все останавливались на этой заправке для того, чтобы заправиться. Ну, если еще они все пили кофе, то мы можем это отнести на некачественный кофе, галлюциноген кофе. Ну, это информация. Но который может вызывать опять-таки одни и те же видения, но это слишком сложные галлюциноген. Ну, и как-то он выборочно работает. На одних работает, на других не работает. Ну, или какие-то мочегонные средства добавлены, да, то есть, которые… Ну, вот такие вот объяснения могут быть от сознания. А что может быть в действительности? Ну, в действительности мы можем философствовать, ну, конечно, доказать, взять, вынести, вот так положить на стол для скептика, сказать, вот смотри, вот это было то, ну, сложновато. Но исходя из статистики о суициде, мы можем утверждать лишь одно, что минимум 80% — это необъяснимых суицид. Mm. Это когда абсолютно вменяемые люди, которые не находились ни в депрессии, ничто не предвещало, ну вот никак не предвещало. Человек строил планы, а потом совершает по непонятным причинам суицид. Значит, есть определенное, скажем, воздействие чего-то, которое вызывает у них непреодолимое желание. Это воздействие должно быть настолько сильное, что человек пренебрегает, перешагивает через свой инстинкт самосохранения. Правильно? А опять-таки, ну, статистика эта неверная, она очень уменьшенная. На сегодняшний день, как говорят, 1 100 000 человек совершает в год суицид. Ну, на 4 умножить надо. Ну, это мы берем скрытый суицид, если тот, который… Это неофициальная как статистика. А попытки, да, на 10 надо умножить. Ну, естественно, конечно, это огромные цифры. Если подходить к проблемам суицида, то бывают в жизни случаи, когда человек попадает в такие условия, ну, безвыходные. Ну, их же очень мало на самом деле. 10-15% только у людей наблюдались какие-то психические расстройства. Причем это не какая-то тяжелая депрессия, это адаптационные, да. Или адаптационные какие-то, ситуация, да. Там, нарушение адаптации, стресс. Совершенно правильно. Постстрессовые. Психогенная, там, может быть, депрессия максимальная. Может быть. Но 80-85% — это абсолютно необъяснимых случаев. Но которые опять-таки пытаются объяснить, если поговорить, то вдруг рассказывают, что у человека была депрессия. А если поговорить с близкими родственниками, то оказывается, что человек был полон сил, он строил планы, он ложился спать, к примеру, в прекрасном настроении, ничто не предвещало, а утром его находят уже. Ну, тут еще тоже интересно, как бы мы сейчас рассматриваем явление суицид там больше с точки зрения науки, да, это явление его можно, ну и сейчас рассматривается с точки зрения культуры, с точки зрения истории. Да, его можно по-разному трактовать, конечно. Да. Ну, на самом деле здесь тоже интересно, опять же, вот с точки зрения вообще внедрения этого понятия в культуру и в обиход в наш современный, скажем, ну, так. Естественно. От малого к большому. Да. Если мы возьмем пораньше, то это были редчайшие случаи. Здесь надо отдать должное, что на протяжении всех времен религия очень сильно боролась с суицидом. И до сегодняшнего дня церковь как раз она осуждает суицид, читает по этому поводу и дают наставления правильные, борются с этим явлением. Но беда заключается в том, что раньше люди были все-таки больше верующие, они слушали своих духовных наставников. Сейчас люди утрачивают веру, к сожалению, в массе. Это действительно так. Если рассмотреть вот исторический аспект этого явления, вот
возьмем, к примеру, там западную культуру, то вот, ну, в общем-то, мы в целом можем брать мир. До второй половины 19 века во всем мире, ну, практически во всем мире, было крайне негативное отношение к суициду. Если даже среди людей. Но здесь, опять-таки, здесь нужно отдать должное работе церкви. Ведь они прививали это негативное отношение. Человек, который совершил суицид, его не хоронили на кладбище. Его не отпевали, и это было позорно, недостойно. Ну, это вообще считалось… Не во всех культурах, конечно. Да, да, но это считалось вообще происками дьявола и его слуг. На самом деле, так оно и связывалось с мистикой и с магией. Правильно. То есть утверждалось, что человек, он не склонен, это противоестественно. Человек, совершающий суицид, он идет против Бога, он предает Бога. Значит, им управляли демоны, ну скажем так. То есть он отдал себя под управление демонов. Да. Ну, наблюдая за событиями, которые дальше у нас начали развиваться в цивилизации, мы приходим совершенно к иному выводу. Вот начиная со второй половины 19 века, начался процесс либерализации отношения к суициду и к людям, которые… Ну давай еще отметим здесь один момент. Ведь как раз в это же время начали развиваться и средства массовой информации. Да. Но все начало развиваться. Да. Резкий скачок науки, технический прогресс пошел. Цивилизация ярко выражена пошла по пути суицида. Да. Начал ходить в моду, скажем так. Даже ну, это начали вводить. Страдания конечно. Юного Вертера, да, сколько она унесла за собой юных жизней. Вот. Но даже вот если мы к сухой статистике обратимся, то ну, сейчас суицид в возрасте вот где-то от 14 до 35 лет, он вышел на позицию второй по причиной смерти. Но если… А первое — это несчастные случаи. Но мы же знаем, что большинство этих несчастных случаев — это тоже скрытые суициды. То есть это убийца номер один в юном и молодом возрасте среди людей вообще всех. А вот давайте мы еще глянем на статистику. Ведь суицид омолаживается. И превалирует сейчас больше молодых, даже подростков, чем в возрасте. Скажем, люди, дожившие до преклонного возраста, мы не берем этаназию, когда человек там, ну, более болезни, и он просит просто. А мы берем, когда действительно вот суицид. Чем моложе, тем больше совершение суицида. Почему? Несозревшая психика. Нестабильная эмоциональность. Они более лоббильные, они больше импульсивные, склонны к подражанию. Ну и соответствующие вот поток информации, что где-то кто-то совершил суицид. Это вот с позиции психологии вот оно так и наблюдается. А на самом деле ответ очень простой. К примеру, вот вы любите бифштекс. Вы любите его горячим или холодный, который повалялся в морозильнике? Вчера приготовленный. Горячий, правильно? Чем моложе, тем вкуснее. Вот и ответ. Просто кто-то хочет кушать. И в этом вся беда. Но из позиции исконных знаний, ведь те, которые более моложе люди, ведь у них же и больше сил, больше энергии, как раз-таки то, чему питаются. Но меньше знаний, меньше опыта, меньше выражен инстинкт самосохранения. Почему молодежь, она, скажем так, чаще меняет свое мнение? Оно более податливо для внушения, навязывания каких-то идей. Ну, потому что люди старше, они приобретают больше опыта жизненного. А сознание уже находит, подбирает ключи к их личности. Ну, как хороший хозяин, с давно живущим у него скотом, допустим, той же коровой, он знает, сколько взять молока, сколько дать сен. А с молодыми еще оно не совсем, вот оно у них идет борьба за лидерство, первичное сознание борется с вторичным, личность то легче вздыхает, то личность тянет к Богу. Человек уже склонен к какой-то поэзии, к чему-то красивому, к любви. Человек ищет духовный путь. Тут же побеждает сознание, которое отвлекает его, и он скатывается в материализм полный. А здесь, если он еще увидел, привлекла картинка какая-то его, ну,
я не знаю, сейчас много разных направлений, такие черненькие такие ходят, уже в смерть играются. Готы. Готы вот, привлекает, вот такая картинка, тут же смена настроения и тому подобное. Но детки не понимают, что на 100% ими управляет сознание. Вот как раз оно и кидает, и подбирает ключи к их защите. Это как, я бы сказал, воришка, который пришел, есть сейф, в сейфе что-то хорошее и вкусненькое для него, и он подбирает ключи, каким ключом лучше открыть. Всего лишь навсего. Вот это и есть инструмент. Поэтому чем моложе, тем нестабильнее. А все почему? Потому что ну, у нас такая среда, где так окружает информационное поле, как раз в свете негатива современного. Нет духовности, она упала, духовность. Родители в лучшем случае на Пасху сводят ребенка в церковь, пасочки посвятить, это уже как какое-то некое театральное действие, там зайти, поставить свечечку. Ребенок не воспринимает это как путь к Богу или еще что-то. Он не беседует с теми же священниками, а кто из священников говорит о плохом? Никто. Они все говорят о Боге, они дают хорошие наставления. Но много ли мы видим на сегодняшний день молодежи в церкви, которые действительно приходят, которые действительно беседуют? Единицы. С одной стороны, вроде бы и тянутся, но с другой стороны, как раз они больше склонны к вот этим мемам, к мультфильмам, японским особенно, информационным. А здесь очень важно еще опять-таки, мы не раз уже говорили о том, что цифровые носители, они передают, даже не цифровые, даже пленочные раньше, магнитные, они имели возможность, передавали информацию, которая сокрыта от глаз. Если мы вот возьмем, к примеру, та же музыка, да? Есть музыка, которая написана от сознания, поверхностная. Скажем, она со стройным рядом, она интересна, но почему-то она не захватывает мир. Да? А есть музыка, которая также написана от сознания, но она захватывает весь мир. Вот мгновенно она становится хитом. Почему? Ну, практически тот же ряд, схоже, ну, подобное делали. Стечение обстоятельств, счастливый случай или кому-то надо это раскрутить? Да нет. Информация, которая заложена там. Чем сильнее эмоция вложена, чем сильнее вложена та же картинка, тем быстрее наживает масса. Всего лишь навсего. И эта вся скрытость, она передается. Взять те же мультфильмы японские. Ведь это не игра света. Это те, кто это делают, они пытаются это оживить. Они создают тот образ, который они переживают. И мы это видим. Вот хороший актер и плохой актер. Хороший художник и плохой художник, да? Вот чем они отличаются? Информацией, заложенной в картине, да? То есть, ну это же действительно так. Мы слышим певцов, одного слышишь, сливаешься с ним, а другого отрицаешь, хотя поет он лучше, он грамотнее поет, он попадает в ноты, вот все оно так происходит. А мы даем предпочтение как раз, где в ноту не попадает, голос хриплый там или еще что-то. Но он поет с душой, да, говорят. Вот есть с душой поет, а есть без души поет. Ну, тут это тоже очень сильно влияет. Почему? Это та передача информации, скажем, на запредельном уровне, который мы называем как раз метафизикой. Ну, это же существует. И мы способны это передавать, и мы способны это воспринимать. Как бы это ни называли, но это есть. А есть те, кто способны осознанно управлять этими иллюзиями, которые навязываются. И эмоциями, и желаниями, которые вот буквально в смысле навязываются на сознание людей. Это вмешательство третьих сил между личностью и сознанием, ну, оно, как правило, всегда катастрофично, когда это идет вмешательство на уровне более высших измерений, скажем так. Оно не поддается никакой критической обработке, сознание не воспринимает как угрозу для себя, это проходит напрямую. Это правда. Но здесь опять-таки, ну, как вы за осмосе, описывается за кондуков, да? Ну, кто захочет, тот прочитает. Те же кондуки, они ведь действительно живут за счет сил, которые они потребляют от людей. Они воруют, но у них же целая сеть. У них и лимбо, и клахтуны, и… Но мы же сталкиваемся с этими. Ну, тоже можно вот, с позиции науки, да, можно подвергнуть, сказать, ну, написали такую фантастику, понаблюдали, кто-то знает, немножко разбирается в психологии,
И вот составили такую вот картиночку, ну и так вот преподносит. Но пока человек, скажем, не подойдет к этому именно с научной позиции, не начнет изучать и наблюдать, или же не приведи Господи, как вот этого товарища, о котором мы говорили, не произойдет несчастный случай, когда он реально сам столкнется с этим опытом на практике в своей жизни, и он не поймет, что там, скажем, с первой по последнюю страницу — это реалии бытия, это опыт, и это то, чего мы не видим. Человек это не воспримет. Еще хотел бы сказать по поводу такого явления, с которым на самом деле на бытовом уровне сталкиваются абсолютно все люди. Вот когда мы посещаем места массовых скоплений людей, это базары, супермаркеты, какие-то массовые мероприятия, на самом деле сейчас этого в кавычках счастья столько развелось, что даже когда мы встречаемся на каких-то семейных праздниках или просто в кругу друзей, обязательно мы сталкиваемся с людьми, которые просто по определению несут негатив. То есть если в каком-то месте массового скопления, мы можем стоять рядом с несколькими людьми, их там будет трое-четверо, но на чувственном уровне мы понимаем, что вот, вот рядом с этим человеком я просто не хочу находиться. Да, вот, ну, пример самый банальный, самый распространенный и понятный в этом смысле, это вот почты или сберкассы. Это классика. Да, классика жанра. Когда... Я не знаю почему, но изнали настолько любят сберкассы, любят почты, любят очереди в магазинах и обязательно поднимают скандал на ровном месте. Стоишь в очереди спокойно оплатить по счету, да? Ну вот кто с этим не сталкивался? Ну, да. Вот пока людей мало, никого нет. Как только людей насобирается, обязательно приходит кто-то. Не обязательно бабка, как в классике, да? Да. Бывает, и молодежь приходит, поднимает на ровном месте скандал, цепляет всех, выводит из равновесия, все начинают, ну, просто нервничать. В конечном счете этот, кто поднял скандал, уходит счастливым, все остальные остаются больными. Да. Вот как ты вот упомянул, что среди друзей, знакомых и тому подобное, у кого нету людей, которые, когда встречаешься, первым, что начинают делать, это нагружает своими проблемами других, как баржи песком, да? Пока те не затонут. Да. Но в действительности рассказывают о своих болезнях, рассказывают о своих проблемах. Вот как будто просто человеку поговорить не о чем. Потом он уходит в хорошем настроении, он же пришел больной, он рассказывает, что он умирает уже все, как ему плохо, как все надоело. Все остальные больны. И вот еще парадокс. Нужно время, чтобы прийти потом в себя. То есть, ну, день, считай, у тебя исчез. Ты плохо себя чувствуешь, у тебя отвратительное настроение. Вот кто с этим не сталкивался на самом деле? Это можно объяснить с позиции психологии, психология пытается это пояснить. Но на самом деле люди, которые подверглись атаке изнали, вот этот промежуток времени у них исчез. Они не жили. О какой духовности здесь можно говорить или еще о чем-то, что человек будет думать о Боге, когда у него болит голова, когда ему плохо, когда он глаза ни на что не смотрит, он серый. Все оно вот в таких вот тонах, как и он сам, в серых имею в виду. Здесь еще интересен вот механизм, как это происходит, когда изнель активирует, начинает привлекать к себе внимание, начинает заострять внимание людей на проблемах и так далее. Человек, который его слушает, если он поддался этому воздействию, то он начинает видеть картинки. Обязательно. Ведь как раз картинки и перебрасываются. То есть невольно здесь срабатывают, ну, с позиции, допустим, медицины, зеркальные нейроны, человек начинает подражать. Ставит себя, ну, конечно, уподобление идет и тому подобное. И он начинает как бы на базе сочувствия, как вы говорите, ставить человек себя на его место и начинает чувствовать то же самое. Но на самом деле как раз и вкладка идет. Ведь это прямое воздействие. Тот человек, который об этом рассказывает, он пришел в нормальном настроении, в своем рабочем, изнельском таком настроении, ведьминском, и всего лишь навсего кодирует остальных, рассказывая по привычке. И такие люди везде отличаются. Они есть и вот у многих в семьях и тому подобное. Те, кто живут с ними, подвергаются этим атакам, но в меньшей степени. А в основном они пытаются атаковать всех подряд, знакомых, друзей, кого особенно. Чем реже видят, тем больше атакуют. Докторов, поликлиник. Да, но докторов, надо сказать, что у них со временем вырабатывается иммунитет. То есть ко всему можно привыкнуть. Если мы
поговорим с докторами, когда им начинают жаловаться. Одно дело, когда человек приходит и жалуется по существу. Это нормально. Но когда приходит изныль, который начинает только делать то, что ныть и пытаться воздействовать. Ну, о мыслях доктора говорить не будем. Но вырабатывается рефлекс, весьма устойчивый против этого. И все-таки больше эти люди в очереди к доктору оказывают воздействие, чем на самого доктора. Хотя тоже вот, поликлиники особенно — это любимые места вот этих вот людей. Кстати, самое парадоксальное, я несколько раз видел, когда вот так вот приходят, занимают очередь, выстаивают несколько часов и уходят. И уходят. А это обязательная картина, потому что им ничего не надо. Да. И вот поговорить с этим человеком, они не знают, что творят. Ведь если в системе кондука взять, там единственное, кто знает, это лимбое, да? Это его приближенные, это люди, которые действительно изучают это как науку. Это для них, ну, своего рода та же магия, или как бы они это ни называли, потому что каждый кондук, он выдумывает свою систему. У них нет общего такого вот учения какого-то или еще что-то. Да, есть у них инструменты, они ими пользуются, а истории они выдумывают разные. Они начинают людям рассказывать, что мы создаем там тайный орден, там ты приобретешь бессмертие, ну и все остальное. Будешь командовать людьми. Они действительно обучают воздействию на людей. Те создают своих командиров, а те командиры уже набирают целые армии. И вот ни командиры, ни армия, они даже не знают, что с ними происходит. Причем это ж на уровне неосознанных воздействий. То есть человек не осознает, что с ним происходит, когда он впутывается в паутину кондука. А лимбои, те, да, те постигают эту науку, из них иногда получаются и кондуки, если их не съедят вот своевременно. Кстати, очень хороший момент сейчас вот вы затронули, Игорь Михайлович, это одно из очень таких серьезных заблуждений у людей относительно деятельности, от того, как действует кондук. Люди, когда впервые сталкиваются с этой информацией, там, например, там кто-то из друзей рассказал или книгу прочитал, они начинают сразу искать кондуков среди своих знакомых. И не смотрят на себя. Да, и, как правило, типа, вот тёща стопроцентный кондук. Ну, это классика жанра. Да, да, ну, как бы. Но... А у тёщи как раз другое мнение. Да-да-да-да-да, у тёщи оно прямо противоположно. Но суть в чем? Суть в том, что на самом деле кондук, он действует совершенно иначе. Конечно. Это может быть очень милый человек, он может быть публичный. Это люди часто бывают на виду. Или же наоборот, это абсолютно скрытный человек, которого никто не видит, никто не знает, и он, ну, в зависимости опять-таки от его специализации. Там же тоже свои расслоения, с кем они работают. Везде есть свои такие вот, скажем, профессиональные подходы и тонкости, как и в любой другой работе. Бывает, милый человек живет по соседству, ничего плохого от него никто и слова не слышал, все в нем души не чают, первый приходит на помощь, а на самом деле он живет уже не одну жизнь, и за его спиной и это трупов столько, да. Это не человек. Конечно, но они чувствуются. Встречаясь с такими людьми, если вот люди духовно развитые, они чувствуют этот загробный мир, они чувствуют этот холод. Встречаясь с человеком, пусть даже он абсолютный атеист, пусть он тот же, как Билли Миллиган, да, с массой субличности и тому подобное, но все равно это человек, все равно это какая-то надежда, это какая-то жизнь. А бывает, что, ну, если кто-то встречал голодного волка, очень злого и очень голодного, один на один, тот поймет, о чем я говорю. Хотя с виду это милый человек, который улыбается. Да. И, конечно, то, что сейчас у нас происходит вообще в обществе, то насколько эти твари расплодились и как они уже… Да, и здесь еще один нюанс. Ничего человеческого в них нет. Для них, ну, отношение к человеку так же, как у дикого зверя, отношение к своей пище, к тому же у того же волка, как я упомянул, к тому же зайцу. Люди для них еда, ничего святого быть не может. Остальное все игра и маски. Но, ребят, а если мы посмотрим, снимем немножечко с себя масочки и посмотрим наше отношение к другим людям? Ведь опять-таки потребительское в большинстве своем, правильно?
ну ладно, с которым у нас есть какие-то общие интересы, взаимоотношения, все равно приятное времяпроведение, опять немножко собственной гордыньки или еще что-то. Ну так же ж. Мы все равно эксплуатируем друг друга. Разве не так? Так. Так кондуки, вот они немножко даже в этом плане… Честнее, да. Они просто едят. А мы эксплуатируем друг друга. Ведь у людей должно быть в действительности отношение между собой более духовно. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем то, что мы имеем. Поэтому у нас так много суицидов, потому что слишком много кондуков. Я к чему это все привел пример этот? К тому, что издревле вот этим же кондукам противостояли тоже люди, но которые занимались, посвящали, тратили свое время на то, чтобы защищать спины людей. И в действительности вот до середины XIX века кондуков практически и не было. То есть это были, они были, но это были единицы. Это суицид был довольно редкий и тому подобное. Но были те, кто… Качественно делал свою работу. Совершенно правильно. А потом они переродились. На сегодняшний день очень много желающих посвятить себя служению Богу, противостоять нечисти. Но на вот этом желании все и заканчивается. Люди, которые противостояли кондукам, их называли до последнего времени гелиар. Естественно, что они обладали определенными навыками, они были гораздо сильнее, должны быть гораздо сильнее своего врага для того, чтобы его победить. И здесь очень просто, когда люди слышат, вот прочитают «Эзоосмос» там, или слышат где-то об этом, немножко в других историях, ну опять-таки вырисовывается образ героя, который обладает какими-то тайными знаниями. В действительности, да, они получают этот инструмент, потому что надо противостоять против магии только определенной большей силой, правильно? Но что людей привлекает? Только магия. Для чего? Чтобы усилить свое влияние на своих знакомых. Ну разве не так? Вот мы начали с того, что мы манипулируем друг другом. Вот так оно и получается. Что не жажда служения доминирует у людей, а жажда получения вот этих тайных знаний для того, чтобы можно было использовать эти метафизические способности, развивать, использовать для того, чтобы подчинять и властвовать. Это такая вот беда у нас. Поэтому кондуков так много. Поэтому создаются и культы уже по суициду, развиваются и туризм. Да, сейчас вообще можно сказать, вот. Да, вот как вы сказали, что с середины 19 века начинает, и, во-первых, идет либерализация отношения к суициду. Суицид постепенно становится массовым явлением. И очень серьезный всплеск, он как раз начался во второй половине 20 века. И какое отношение общества? Никакое к этому. Да. Более того, это сейчас настолько популяризируется, что не просто суицид стал… Стал культом определенным. Да, то есть это не просто… теперь воспринимается людьми как норма. И вот если мы сегодня уже говорили про Японию, да, вот… Ну там немножко другое было изначально. Да, ну во-первых, у них произошла абсолютная подмена понятий. Япония длительное время была обособлена, и вот у них сформировалась вот именно своя культура такая, со своим отношением. Но другое дело, как это использовали, да, и, вот и как это развили. Ну я понимаю ход твоих мыслей. Да. Просто насколько именно в японской культуре это все умело жонглируя понятиями, какие вот буквально за полвека, каким катастрофическим последствиям это привело. Беда Японии заключалась в том, что когда она открылась для иностранцев, ведь раньше иностранцев туда не пускали, в Японию. Но когда Япония открылась иностранцам, когда она… ну, скажем, обмен культурами произошел, ну и вот здесь произошли серьезнейшие подмены. Туда зашли как раз те, кто очень сильно любит кушать и много, такие гурманы, скажем так. И вот это ихняя харакири и сипокла, это уже стало совершенно таким извращенным понятием. Ведь в действительности, если мы возьмем времена их самураев, сколько в год на численность населения совершалось вот этих ритуалов.
единиц. Это редчайшее явление было. А сколько совершается сейчас? Одно из лидирующих позиций в мире. Совершенно правильно. Потому что подмена произошла именно в глубине, в структуре в самой. Это корневая подмена сути этого процесса. А это всего лишь стало пища удобная. Оно возносится в культуру и говорят, ну это у них такая культура. Но, а беда в том, что кондук не имеет национальности. Так самое вот здесь печальное то, что став для Японии культурным явлением, оно все, скажем так, имплементируется абсолютно во все. Начиная от художественные произведения, театральные постановки, художественные фильмы. И что хуже всего, это мультфильмы. Для детей мультипликация, да, в которых просто, детей, просто идут вложения. Да. Но это опять-таки это говорит о чем? Ну и вот психологи они отмечают, что с детьми творится неладное после их мультфильмов. Японские аниме. Но это же не игра света или еще что-то. Я смотрел сам мультфильмы и, скажем так, в каждом десятом мультфильме, я так вот приблизительно говорю, есть вкладки. Вот действительно есть рабочие вкладки. То есть этим кто-то занимается целенаправленно. Это не пустые люди, это люди, которые не на словах, а на деле знакомы с метафизикой, которые умеют этим управлять. Это так же, как вот некоторые рок-музыканты, которые делают вкладки, когда такие, что… Ну да. Что такое? Это транснациональное явление. Абсолютно. Вот мы затронули с вами японские аниме, то есть мультипликация, но музыка, она международна, и создаются идолы, поп-культуры. Вот я же за это и говорил, что далеко не все, но есть знаменитые рок-музыканты, которые целенаправленно, специально создают свои произведения, которые направлены именно на вкладки. Вкладки в данном случае — это как раз и есть те программы, которые разворачиваются в человеке, вызывая те или иные явления. То есть это прямая целенаправленная манипуляция. Ну еще тоже, вот тоже наблюдаем за этими явлениями. Вот когда создается идол для молодежи, он развивается, его популяризируют, да, он взращивается. И потом он кончает жизнь самоубийством. Угу. Вот, он возносится в герои. Да, возносится в герои. И здесь очень легко вычисляется, а с откуда дует ветер? Того, кто воспитывал его, вот там и надо искать как раз или лимбу, или кондук, кто-то рядышком. We'll be right back.
В действительности вот прямая работа Кондукова, она редка, но на сегодняшний день она, к сожалению, очень сильна. Это когда прямое идет воздействие самого Кондука на, скажем так, неосознанные действия человека. На подсознание это даже не назовешь. Это когда происходят такие подмены, как с этой дорогой, что мы начинали сегодняшнюю передачу. Когда у человека действительно он видит другое, он совершает другое. Он делает что-то хорошее, но это оказывается смертельно опасным для него. То есть это и суицидом-то назвать нельзя. И вот здесь, конечно, проблема заключается в том, что до сих пор негативно относится и церковь, и правильно делает, что негативно, и заслуженно к суициду, но не все есть суицид. Большинство из них просто жертвы. И здесь, наоборот, усилие должно быть служителей церкви, священников, которые должны бы помочь были ну, в данном случае. Но это не всегда далеко суицид. Даже люди, пережившие, совершавшие суицидальные попытки, которые не венчались у них, слава Богу, успехом, ведь они, когда рассказывают, ну, люди их просто не понимают, и даже иногда вот и психологи ставятся в тупик и пытаются объяснить, что человек пытается спрятать свою проблему или не раскрывается. Человек говорит, да не было у меня никакого повода, просто вот я просто сделал. И не может объяснить, почему он это сделал даже. Сколько таких примеров, этих масс? Ну, я бы сказала так, вот взять там вот годы даже своей работы, ну я же доктор, которых тысячи, там, в психотерапии работающий. И если вот я сейчас начну приводить примеры вот этих наваждений, подмен реальности у взрослых, у детей… Не хватит нам камеры. Я не знаю, когда это закончится. Просто совершенно вопрос. Правильно. Когда ребенок видит совершенно другое, а сам гвоздиком лезет в резец. Да, элементарно. Когда ребеночек трехлетний спускается с пятого этажа, но видит, как будто бы ему вот на этот песочек ну, ножку поставить только. То есть оно близко для него. Совсем рядом эта земля. Вот оно, да. Вот элементарно. И он просто делает шаг. Да. Но это слава Богу, что, как говорят, ангелы его подхватывают, он выживает, и он может рассказать, что он сделал. А так бы и рассказать нечего было. Ну хотя это ставит людей тоже в тупик. И опять-таки с позиции психологии мы думаем, что ребенок пытается нас обмануть, он пытается оправдать свое действие негативно. И ищем причины, где у родителей, что родители с ним поступили не так, это негативная реакция была ребенка. На самом деле ни родители, никто причина не виноват. Причины всегда можно найти. При желании, если их искать, да. Так и работает сознание наше. Оно всегда найдет оправдание действиям кондука. Это правда. Вот, кстати, уже мы на эту тему переключились. Вот, скажем так, классика в действиях кондука, когда он планирует попировать, совершается групповое самоубийство. Это да. Либо самое, скажем так, сладкое для него пиршество — это когда мать с ребенком. Этого или очень несколько, много. Или несколько детей, или с ребенком, да. Или когда беременна. Ну, здесь да. Мы опять с позиции психологии говорим о чем? Гормоны, послеродовая депрессия, или же во время беременности гормональные изменения, или человек не готов к изменению своего образа жизни, и он заканчивает летальностью свою жизнь, да, то есть суицидом. Совершает действия, которые приводят его вот к таким расходам. Да, или с мужем какие-то, конечно, работы нет, конечно. Не может прокормить. Ну, всегда есть отговорки. А на самом деле часто что бывает? Совершенно другое. Да, и таких примеров мы можем привести очень много. Когда женщине кажется, что она спасает мир, когда что-то горит, она спасает своего ребенка, она его выбрасывает. А на самом деле… Деток бросает, спасает от огня. Это совершенно правильно. Вот пациентка. Так и люди психически здоровые, что это не за отмене? Не нашли никакого что-то психического заболевания после экспертизы психиатрической. Совершенно правильно. Ну и с другой стороны, мама виновата, она убила ребенка, да? Она будет сидеть. А кто виноват в действительности? Она будет лечиться на принудительном лечении, ей поставят психогенный какой-то психоз, ну, чтобы хоть что-то поставить, совершенно, но на самом правильно. Деле там ничего. А нет. На самом деле это кондук, это вкладка. Но с другой стороны, виновата ли мама? Виновата, что она не занималась духовным развитием своим. Виновата. Потому что люди постоянно поддаются этим воздействиям. We'll be right back.
уходят в интернет, а после уходят из жизни. Две 14-летние девочки, оставив предсмертные записки, прыгнули с крыши многоэтажки. Мать выбросила с 9-го этажа вместе с двумя детьми. Мальчиков выбросила с балкона. Мать убила двоих своих дочерей, потом прыгнула с 30-метровой высоты. Скажем, за жизнь не подвергался мыслям о суициде. Не может такого быть. Все люди об этом думали. Это вкладки. Это как раз и есть работа, которая идет массово. Ну, кто-то отреагировал, кто-то не отреагировал. Ну, не отреагировал. Это, знаете, вот как рассылка в интернете, ну, вот эти вот рекламки. Кому надо, тот отреагировал. Так и здесь. Кто слабее, тот отреагировал. Такой дешевый способ массовый, массовое пиршество. В действительности. Или, скажем, вот за рулем, да? Да. Кто не думал, сидя за рулем автомобиля, о том, чтобы выехать на встречную полосу и не вдариться, и что со мной будет? Кому такая мысль не приходила? Особенно у кого есть нормальный опыт. Да. Приходило? Особенно поначалу такие мысли очень часто приходят. В подростковом возрасте, в подростковой среде идет обсуждение этой темы. Очень часто приходят подросткам эти мысли. Когда мы начали углубленно изучать эту тему, то я вспомнил просто даже свой собственный опыт. И действительно, вот как раз где-то после вторичного всплеска, после 12 лет, начали эти мысли сначала там время от времени приходить, а потом какое-то время были, ну, навязчивы.
Вот, и мы тоже со сверстниками это все обсуждали там. Вот, ну, слава богу, у нас не было еще соцсетей. А с вот этими всеми. А вот, кстати, радостями. Насчет соцсетей. Возможно ли воздействие возможно. Через соцсети? А какая разница? Это цифровые технологии. Ведь все переходит и все работает. Вот простой пример с нашей пирамидой, да? Uh-huh. Позитивное воздействие. Ну, извините, как бы там ни было, а более 98% — это положительное воздействие, которое люди чувствовали. Это факт. Среди этих 98% были люди, которые скептически подходили, но тем не менее они это чувствовали. Это не внушение, это не что другое, ведь не проходило никакого воздействия, ничего не было. Это была реальная работа пирамиды, и спасибо Андрею, его позитивная подача, скажем так. Это факт. И мы это отметили. То есть это экспериментально. Поэтому все это работает, все это есть. А соцсети, какая разница? Любая информация, она может быть закодирована в знаке, в той же записи и тому подобное. Ведь раньше, вернемся чуть-чуть, скажем, доисторические времена. Ну, шутка, конечно, но что такое был знак? Знак — это передача информации. То есть знак, он нес информацию, и он реально влиял, он реально работал. Это ж действительно так. Потом мы немножко это все упростили, исказили, и нам нужно вот уже много писать для того, чтобы передать необходимую нам информацию. Но у нас и жизнь сложнее стала, и есть гораздо больше, что описывать, поэтому все такое техническое, все усложненное. А раньше было проще. Раньше была суть, передача как раз основного, что хотелось передать. Так опять-таки один и тот же знак, он передавал массу различной информации. В зависимости от того, кто, как его ставил и для кого. Но это же всего лишь знак. Но он был носителем. Но почему это все было возможно? Потому что люди, они обладали не только анализом, то есть мыслительной деятельностью, но еще и чувственным восприятием. И воспринимали это все вот как раз на чувственном уровне. А сейчас наша знакопись, то есть наше письмо, которое мы вот читаем, пишем, это как раз процесс поверхностного восприятия, то есть или работы сознания. Какая эрудиция может проявиться? Да, это способствует развитию нашего сознания и как раз его усилению. Ну, его надо развивать. Опять-таки, сознание можно дрессировать и можно воспитывать. И оно будет только в помощь. Просто следить за ним, чтобы оно не шалило, и смотреть за тем, чтобы посторонние не входили. Да, это вот по поводу автомобиля, отслеживал эту информацию. На самом деле в Ютубе очень много этого видео, когда водитель по непонятным причинам либо заезжает под поезд, либо съезжает с дороги, причем, как правило, у него вся семья в машине, вот, либо вот как там последнее видео, которое я видел, он выезжает на обгон, обгоняет, но не возвращается в свою полосу и идет просто в лоб. Причем достаточно длительное время, то есть там до встречной машины было далеко, ему жена кричала. Сначала задавала вопрос, что ты делаешь, потом съедь, съедь, съедь. Но они как ехали, так и приехали. Это тоже невозможно объяснить, что конечно. Человек со страху сковало, и, ну, извините, а где инстинкт самосохранения? Где ответственность за семью? Да. Любой суицид, он приводит к тому, что человек, который покончил жизнь самоубийством, он 100% становится субличностью. Да, это правильно. Это безальтернативно. И судьба его, она крайне тяжелая. Судьба субличности всегда тяжела. Да. Мы как раз вот рассказывали, приводили пример, более понятный для людей, это когда человек находится в таком коматозном состоянии, как говорится, и ничего не может сделать, а в то же время сознание активно работает, он себя чувствует, что он есть, но тело не подчинено. На самом деле это не очень приятно, что такое субличность. И самая большая беда в том, что это действительно надолго, на очень долго. Это не просто жизнь человеческая. Недавно произошел тоже, если вы позволите, я расскажу, да, то есть просто в тему. Произошло событие, произошло убийство с последующим самоубийством. Молодые парень и девушка, вот, если посмотреть на них, скажем так, с социальной точки зрения, то оба умницы, перспективные, студенты молодые,
учились в престижных вузах, как бы все у них было хорошо, но в один день произошло следующее. Парень пришел домой, прождал девушку, когда она вернется домой, она пришла домой, они вместе, они не встречались, но они совместно жили. Значит, он напал на девушку, ударил ее, она потеряла сознание, он ее изнасиловал. После этого пошел, попробовал ее душить. Не получилось у него задушить, он пошел, взял нож, нанес несколько ударов в сердце. И после нанесения этих ударов изнасиловал ее еще раз. Вот, причем попробовал там ей закрыть рот, чтобы не слышать ее предсмертных хрипов. Через несколько часов, он поспал, поел и пришел еще третий раз, изнасиловал уже холодный труп и через несколько часов покончил жизнь самоубийством. Но с точки зрения, скажем так, наверное, науки, это выглядит как полное безумие, если не вникнуть в суть произошедшего. Произошло следующее. Это девушка. Она была, скажем, очень много у нее было материальных желаний. На этих материальных желаниях кондук ее и подцепил. После этого, так как парень, у них была неразделенная любовь, то есть он считал, что он любит безумно эту девушку. То есть, но это была тоже вкладка. То есть кондук сделал вкладку в этого через парня нее. Уже через, да, через девушку, через посредника. То есть она ему манипулировала конкретно темой сексуальности, то есть постоянно находилась у него перед глазами, постоянно о себе давала, ну, напоминала, но при этом, скажем, ему отказывала. Более того, там пыталась встречаться с его близким другом. Буквально за 2 недели до события этому парню начали приходить навязчивые мысли по поводу убийства. Он постоянно их прокручивал, эти сцены, он прокручивал сценарий этого убийства. И в итоге принял решение его исполнить. И исполнил в том виде. Человек, когда получает команду, но опять-таки это уже кондука, но имея еще хоть какие-то силы на сопротивление, он будет осмысливать не то, что хочет, допустим, тот же кондук, каким образом ее убить, а он будет взвешивать и отрицать это все. Опять-таки я возвращаюсь к тому, кто в жизни не думал о том, как он убьет другого человека. Это мысли приходят, ну, как программа телевизионная всем. Просто не все это распечатывают. Кто из детей не думал о том, как они убьют своих родителей и тому подобное? Но ведь об этом не принято говорить, об этом молчат, это общество замалчивает, но каждый ребенок. Он переживает эти моменты. Это надо знать. А это нормальные мысли? Нет. Откуда они идут? Это тоже общее поле, скажем так, ненормальное поле. С откуда эти мысли навязываются всем? Но кто-то их реализует. И в данном случае, ну, здесь более чем уверен, что если взять потом того же парня на психиатрическую экспертизу, все, он бы оказался абсолютно здоровым человеком. И мы можем отследить, насколько я понимаю, он вел какие-то там инстаграмы или еще что-то, раз ты рассказываешь, о чем он думал, да, там был, и тому, да, подобное. Да, да. Там обязательно будут моменты его сопротивления, когда он не хочет, но он вынужден это делать. И некая сила, она его ведет и манипулирует. Здесь легко отслеживается. И вот знание за тех же кондуков, за все вот эти вот метафизически нереально несуществующие силы. Допустим, у тех же психиатров это хорошее оружие. Ну, священники они знают, пусть не все, но знают, что есть нечисть. И они борются в силу своих возможностей. Но беда в том, что на сегодняшний день молодежь не ходит, чаще попадает к психиатрам, чем к батюшке на исповедь. Ну, разве не так? Ну, конечно. Это беда. Что интересно, что после совершение убийства, после уже второго изнасилования, он сел за компьютер и у себя в соцсети на своей странице очень четко описал все, что с ним происходило. То есть
благодаря тому, что он в техническом вузе обучался, то есть парень достаточно умный, развитый и склонный к анализу. Поэтому вот это... Он цеплялся еще за жизнь. Да, да, по сути вот это... Он прибегнул опять-таки, если он технарь, компьютер для него — это его помощник, это способ его защиты. И он пытался, видно, подвергать анализу происшедшее и каким-то образом вырваться. Потому что личность, она все равно борется до последнего. Особенно такие ужасные моменты. Да, по сути, то, что он описал, это является, ну, первым документом для изучения специалистов. Это доказательство вообще и работы, и существования кондуков. И еще это, конечно же, крик личности, которая там, грубо говоря, оно не могло противостоять кондука, но... Кондук на самом деле это очень сильная сила. И вырваться надо иметь и мужество, и силы из-под него. Вот как всегда. Опять собаки. Если позволите, в деталях давайте разберем, да, здесь, что происходило на самом деле. Ведь до момента убийства девушки у личности еще оставался шанс. Она еще имела шанс выйти из-под власти кондука и ему противостоять. Но после того, как он уже убил свою жертву... У него нет обратного пути. Да. Он уже мертв. Да. Одно дело, когда человек... Но бывают, люди совершают убийства с целью самозащиты, конфликты, имеется в виду там военные действия. Но другое дело, когда человек, находясь под властью некой силы, ведомой чужой силы, он совершает этот акт. Он уже не жалеет. Это 100% суд личности. И тут неважно, выжил бы он на самом деле после этого. Это роль не играет уже, он уже мертв. Да, это уже тень, а не человек. Всё лишь дело времени. Да. Когда он ударил девушку, она потеряла сознание, и он ее первый раз изнасиловал. Кондук уже начал процесс пожирания. Здесь, конечно, это уже началось. И здесь сам всплеск сексуальной энергии, перенаправление этой энергии в не ту сторону, конечно, это уже не то, что ударил. Когда он ее ударил, он мог еще остановиться. Но после того, как он ее ударил и произошел акт насилия, да. Еще до момента того, как он убил, он уже был предрешен. Второй раз, когда он нанес несколько ножевых ранений, то есть уже смертельные раны нанес, и второй раз изнасиловал. Ну, здесь тоже вдуматься. Ну, бывают люди, звери, которые убивают, тот же Чикатило, испытывают сексуальное удовлетворение. Но это не для нормальных людей. Ну, конечно. И испытать возбуждение сексуальное, глядя на это. Это, конечно, это должен быть социопат, причем выраженный и с хорошим опытом. Это не какая-то вспышка, оно бы отслеживалось на протяжении всей его жизни. Конечно, это не происходит внезапно. Это зверь. Это развитие. Это рождённый зверем уже. Да, а это на самом деле это происходило вот момент силовой, то есть когда жертва погибает и кондукт. Это кондук уже был, это уже не человек, не его глаза были, да. Не его сознание. Это через него уже получал наслаждение как раз кондук. Кондук впитывал последние крохи жизни, забирал последние всплески. А когда третий раз он совершил акт насилия уже над холодным телом, здесь уже акт насилия был не над мертвой, а над тем, кто… Ну, в кавычках мертвый, а уже над ним. Это он уже издевался над ним. Это кондук уповался собственной властью уже. Это молодой кондук. Старые опытные так не делают. Ну да, и дальше. Это как раз тот, кто еще упивается властью, который еще наслаждается силой, которую они не так давно обрели. То есть они так не светятся, да? Нет, ну для них цена еда. Кондук, он, это же обыкновенный человек, который по выбору своему им же и становится. Просто попадает в окружение такое, как бы занимаясь какой-нибудь йогой или какой-нибудь секте, или какой-нибудь тайной группе, тайное изучение, даже не понимая, чем.
он постепенно втягивается в этот круг. Если у него есть определенные таланты, то, естественно, на него может положить глаз, скажем, уходящий кондукт и просто передать свои знания ему. Но неосознанно это не может происходить. Нет, нет, конечно нет. Это не может неосознанно быть. Это тяга к магии, это тяга к силе, это тяга опять-таки к власти, тайной власти, к самой страшной власти. Но им же это и обещают. Им обещают, что осознанная реинкарнация, которая будет идти, это жизнь вечная, как им обещают. Но вот в действительности кондукт при перерождении, он помнит себя и обладает всеми навыками. Это факт. Плюс кондукт, он же может выбирать еще не просто так, а в какой сосуд селиться. Это тоже факт. Но я понимаю, что некоторые сейчас смотрящие скажут, ну этого не может быть. Ну вот я им парирую. А как перерождение он того же Далай-лама. Но он не обладает этой возможностью. Именно осознанная реинкарнация его кидает в определенном регионе и районе, это легко просчитывается. А кондукт тоже просчитывается. Если знать, где он и кто он, тело его умирает, то легко вычислить, куда он войдет. Потому что это все ограничено определенными районами, временем и все остальное. Но факт в том, что ребенок растет с мудростью старика, с огромной силой. Понятно, что до второго всплеска он не может пользоваться этой силой, но знаниями он пользуется. Представьте себе такое явление. Но я же говорю еще раз, они очень легко чувствуются, их очень легко заметить. То есть вот поэтому такие глупости совершают только молодые, неопытные кондуки. Те, кто постарше обрели опыт, они сидят тишком, мешком, и о них не видно, не слышно. Они очень дружат с соседями, это очень порядочные люди. Часто заводят семьи, они прекрасные люди. Но все равно их отличает тот фактор, что они встречаются с большим количеством людей. Потому что он выстраивает, как паук, он выстраивает целую паутину. Ему нужны лимбои, это те, которые ему служат. Он набирает их целую группу. Почему? Потому что сам процесс перехода и младенчества, он должен подпитываться. И вот здесь как раз его группа работает на него весь этот период. И лимбои должны быть верные кондуку. Это его, скажем так, доверенные люди, которые этой энергией его и питают. Звучит как фантастика. Ну правда, вот послушаешь вот так, ну сказка — сказка. Если бы не реальные вещи, которые за этим стоят, и объяснить их по-другому даже с позиции науки просто невозможно. А с позиции метафизики — это вполне допустимые вещи. А вот с позиции знаний, к сожалению, это доминирующая проблема сейчас в обществе. Если ее взять так. Потому что поголовно это, этого очень много. Кто сейчас не сталкивался с теми? Простой пример. Вот Андрей прав. Сходи на рынок, как ты себя потом чувствуешь? Ни с кем не говорил, просто походил, посмотрел. Одного услышал, второго. Достаточно контакта небольшого. А если, не дай Бог, открылся, то, глядишь, еще и хуже будет. Ведь опять-таки он не может воздействовать на человека. Человек должен для этого открыться. Человек, он, ну, как замкнутая система, для того, чтобы зашла какая-то сила, он должен открыть. Но сейчас, извините, у нас вот синий кит вы зацепили, да? Цифровые технологии. Ведь не надо идти в магазин или в Сбербанк оплачивать что-то. А это массовое самоубийство, массовые. Они будут массовые, потому что это абсолютная безнаказанность, это пиршество. Это когда гуляет уже не только кондукт, но и его ближайшее окружение. Это в буквальном смысле слова. А все это оправдывается и выглядит, как кто-то хочет на этом заработать, потому что суицид, который снимается, он привлекает массовое внимание, вот это вот и популяризируется. Это всегда можно найти оправдание, как мы с вами говорили, так же. А по факту все гораздо серьезнее. К сожалению, беда большая. Но самая большая беда здесь в том, что это все следствие духовного упадка человечества. Бывают очень популярные, очень известные люди, полны прекраснейших идей, благороднейших идей. На самом деле это обычный кондукт. Или же наоборот, это абсолютно скрытный человек, которого никто не видит, никто не знает. Он живет уже не одну жизнь, и за его спиной трупов столько,
Каждый кондук, он выдумывает свою систему. Начинает людям рассказывать, что мы создаем там тайный орден, там ты приобретешь бессмертие, будешь командовать людьми. И они действительно обучают воздействию на людей. Те создают своих командиров, а те командиры уже набирают целые армии. Для них отношение к человеку так же, как у дикого зверя, отношение к своей пище. Люди для них еда. Кто, скажем, за жизнь не подвергался мыслям о суициде, то люди постоянно поддаются этим воздействиям. Это вкладки. Послабее кто-то отреагировал. Большая беда здесь в том, что это все следствие духовного упадка человечества. То есть люди в действительности отдаляются от Бога, отдаляются от духовного мира. Это правда. И люди не знают того, кем они будут. Для них восприятие смерти — это как некий переход, некая игра. Сознание рассказывает каждому, что так, когда это будет еще, умрешь ли ты, не умрешь, умрешь обязательно. И очень быстро. Так про это уже. Время быстро. Да. А чем это все закончилось? Ведь после совершения вот этого третьего изнасилования уже трупа, дальше кондук начал уже им играть. То есть он его начал отпускать. Это видно просто вот по тому, что он писал. Это одна из форм. Да. Отпустил. Он отпускает личность, и та приходит в ужас от сотворенного, да. А потом обратно берет свои руки. И снова отпускает. Совершенно. И снова. И вот здесь разительная разница между людьми, допустим, том же социопатом, да, о котором мы говорили, что это должен быть выраженный такой дегенерат. Ну, и у него нет просветления. У него и нет вот этой борьбы. У него нет борьбы, он там это не воспринимает. Абсолютно, да. Это мертворожденные, но случайно выжившие. Вот он животное, оно и есть животное. Оно просто так вот действует. У него нет ни эмоций, ни жалости, ничего. А здесь, извините, здесь игра есть. Это не игра в сознание или фантазии. Это как раз вот игра третьей силы. Здесь смысл часто есть. Обязательно. Это глумление над духовными силами. Это прямое глумление над личностью. Это. И судьба этой субличности, она крайне печальна. Почему? Потому что она уже находится во власти этого кондука, и даже будучи субличностью, она уже мертва. Она будет продолжать кормить этого кондука. Систему его. Да, по сути, в данном случае. Очень сытно отобедал кондук. Да, вот, кстати, вы сказали такую фразу, то, что люди, они не задумываются о том, что произойдет после смерти. То есть даже вплоть до того, что некоторые в нее даже и не верят. То есть что там в будет? Нее, в смерть верит есть, каждый человек, да, чисто теоретически. Но мы вот как медики, мы часто сталкивались с тем, что человек находится уже, как говорится, он уже знает о том, что ну, день-два ему. Но он продолжает строить планы на годы вперед. Так работает сознание, так ведь? Да. И сколько раз с этим сталкиваюсь? Тем более по вашей специальности, когда я имею дело с тяжелобольными, которые знают, что уйдут, все равно чем они занимаются? Они строят планы. Кто-то из них хватается хоть за малейшее спасение, за те чувственные восприятия, за духовные вещи. Ну, это единицы, которые идут в церковь, которые приглашают священника для того, чтобы хоть напоследок, хоть немножко облегчить свои страдания. А так, действительно… Даже больше зарываются как будто бы какие-то свои материя. Бытовые проблемы, выяснение отношений, да. В семье. Да. Еще и пытаются, извините, поссорить всех. Потому что он уже становится субличностью. А субличность, она всегда негативна.
Он говорит, хорошие субличности. Ну как? Хорошие не бывают субличности. К сожалению, субличность — это весь негатив, все страдания, которые вот у тебя есть. Перешла в другое состояние, нет тела. Есть другая форма существования, но все страдания, все эмоции, весь негатив остался, и он доминирует. И это, извините, не день сурка, это каждый день новые испытания и страдания, но это тот же негатив, который пожирает человека веками. Это правда. И об этом, между прочим, говорится же во всех религиях. Об этом люди знали, но они же разговаривали и рассказывали это, ну, таким вот, скажем, попытка объяснить в трёхмерности, что это происходит. Это они пользовались аллегориями. Ну, естественно, что… Ну, скажем, вот прослеживается такое, даже аллегория, такая аналогия, как жаркий пылающий огонь. И это есть и в мусульманстве, это есть и в христианстве. Это везде есть. Те же религии, они не брались с пустого места. Да. Религии, которые живут веками, это не выдуманные людьми. Они базируются на знаниях, на опыте. И опять-таки в них достаточно много как раз зерен истины. То, что там потом с годами это все в плевела превращается, там, ну, не будем об этом. Оно как раз и основано на зернах истины. И на реальном опыте людей, которые это все пережили, которые об этом рассказывают. И состояние субличности, оно опять-таки, да, давление, да, со временем подключается неистовый жар, это невыносимые условия. Но опять-таки и усиление негатива идет. Любая субличность, она находится в невыносимых условиях не потому, что это наказание, это условия существования такие. И вот самое интересное здесь, что в действительности любой человек, даже на уровне сознания, он вот там, далеко-далеко в своем багаже, он знает об этом. Но верить не хочется. Хотя любой человек знает, чем это закончится. Он не верит в то, что он умрет, просто потому, что он знает, что есть другая форма существования. И он знает, что это адские существования. Но сознанию это выгодно. Для сознания это пролонгирование жизни, ведь сознание не испытывает боли и страдания. Боли и страдания испытывает личность, как эмоция, которая передает сознание. Сознание — это программа, программа ничего не испытывает. В человеке в действительности живое только, ну, только личность, а сознание — это что? Оно — программа. Действительно, донести до людей, что такое субличность,
С одной стороны, это важно. И товарищ, который попросил нас сегодня снять эту программу, с одной стороны, он прав. Но с другой стороны, это непросто. Пока люди не получат свой фактический опыт, практический опыт, но желательно своевременный. Но это можно получить только вследствие духовного развития. Люди не поймут, что это. А современного человека каким-то образом упросить заняться своим духовным развитием крайне сложно, потому что слишком много у него отвлечений. А момент этот очень важный, важный для самих людей. И многие это чувствуют, и чувствуют стремление свое к духовным просвещениям. Но сознание очень быстро это все подменяет. Это проблема, конечно. Если бы был какой-то инструмент, который бы позволил человеку хотя бы на секундочку побыть в этом состоянии субличности, то я думаю, человек бы всю оставшуюся жизнь посвятил бы именно своему только исключительно духовному развитию, потому что ни с чем не сравнится та безысходность, с которой сталкиваются люди после смертной судьбы своей. Разрешите, я поделюсь опытом. Вот сегодня такая программа. Не очень веселая. Ну, как бы да. И но она нужна. Такие вот моменты здесь у нас сегодня были, как авария там и все остальное. Вот. 8 лет назад со мной произошло довольно-таки два, скажем, интересных случая. Ну, назовем так, в кавычках интересных. Это было две автомобильные аварии, которые… Ну, это интересно только для тех, кто машины ремонтирует. Ну да, да. Вот. И что было интересным, что эти аварии произошли практически очень близки по времени. То есть буквально 2 месяца прошло от первой до второй аварии. Если первая авария, она была, ну, можно сказать, ну, банальная в каком плане, что ну, была плохая погода, там было препятствие на дороге, я там немножко отвлекся, и, в принципе, пострадал только автомобиль. Ну, я там… Было препятствие, я вывернул руль и вылетел в кювет. Я побил машину, там, в общем, все. И ну, никаких повреждений телесных не было. Вот я, в принципе, отделался легко, скажем. То вот вторая авария, она, конечно, круто изменила мою жизнь. Вот. И тот опыт, который я тогда получил, вот, он, скажем, повлиял на мою жизнь. И до сих пор я как бы об этом вспоминаю, но подробности той аварии я никому не рассказывал, вот, за исключением нескольких человек, и даже своим близким друзьям и родственникам я ничего не рассказывал. Вот, потому что то, что я пережил в этой аварии, это, конечно… Это значимо. Да. Ну, в общем, вторая авария, она произошла в отличие от первой. Если первая произошла весной, то вторая произошла летом. Была летняя погода, все было нормально, мне мама позвонила. Мама жила в деревне на то время и попросила заехать к ней в гости, забрать компьютер, системный блок, который поломался. Мне несложно было, тут недалеко от Киева. Я сел в машину и поехал после работы к маме. Ну, приехал, уже было поздно довольно-таки, но погода была отличная. Лето, там звездное небо, все, сухая дорога. Она поговорила с мамой. В гостях еще была у мамы сестра. Вот мы с ними сели, там, поболтали, ну, как обычно, как дела, там, здоров, знаете, как там мама. Главное, чтобы сынок был здоровый, и все нормально. В общем, мы поговорили, и я уже прощался, выхожу, беру системный блок, ставлю его в багажник автомобиля. И тут произошла вещь, которая… Потом сестра тоже поражалась этой вещи. И для меня, когда я отматывал назад этот момент, он тоже был такой странный, скажем. Знаковый. Знаковый, да. Прощаясь с сестрой и мамой, я подхожу и говорю: «Вы меня простите, если что». И сажусь в машину, ну и уезжаю. И, ну, как бы, ну, еду себе и выехал через деревню, выехал на трассу и еду, позвонил отец. Он в Киеве был, у меня в гостях, и поинтересовался, когда я приеду домой. Ну, я сказал, что вот я скоро буду, потому что уже выехал, уже все загрузился, все нормально, едем. И
Буквально я ложу трубку телефона, и тут начинает происходить довольно-таки необычная вещь. Ну, я ехал, те, кто немножко разбирается в марках автомобилей, я ехал на новой Subaru Outback, полноприводном кроссовере. Вот, ну, понятно, с кучей там систем безопасности, с антибуксом. И, ну, это я сейчас так рассказываю длинно, но тогда это были буквально доли секунд. То есть я ложу трубку телефона и чувствую, как зад моей машины в прямом смысле слова виляет. То есть... На асфальте сухом. На асфальте сухом. То есть начинает вилять на асфальте сухом. Ну, как бы... ну, я действовал инстинктивно, то есть буквально там это... Я даже не анализировал, а просто вот как бы понял, что проблема, и нажал на педаль тормоза, вывернул руль вправо и вылетел в кювет. То есть в свете фар вижу кусты, которые на меня приближаются, вижу овраг, в который я лечу, вижу дерево, и тут тоже такая мысль, лишь бы не в дерево. И тут раз, и я вижу опять кусты. Я сначала как-то так не понял. Думаю, кусты как-то, что через лобовое вылетел. И, ну, как бы начал осматриваться, смотрю, я нахожусь возле машины. Машина побита, мое тело висит на ремне безопасности. И пространство такое, ну, так спокойное такое состояние, ни звуков. Тишина, покой, хорошо, ну, то есть, вот, действительно хорошо. Цвета немножко необычные, но и еще такой интересный вот факт был, что бы не привлекало, скажем, мое внимание, оно как бы подтягивалось ко мне. То есть это был, ну, знаете, как, ну, как зум, я не знаю. Ну, вот куда ни посмотришь, оно как бы вот и, ну, необычное такое восприятие. В следующий момент я вижу, как к месту аварии движется автомобиль. Я тоже так как-то поразился. Я в кювете, там где-то метров 5 высоты, там, ну, да, разница высоты, там, и едет машина. Я вижу номер автомобиля. Я, ну, до сих пор его номер этот помню, я знаю марку. Но самое парадоксальное, что и поразительное для меня тоже тогда было, что люди, которые сидели в машине, я тоже их знал. То есть я знал их имена, это не были мои знакомые. Я знал их имена, я знал, что это муж с женой. Я знал, где они живут. Я знал, где они работают и кем. Я знал, кто их дети и как их зовут. Машина подъехала, мужчина выбежал, начал спускаться во враг ко мне. Он, спускаясь, крикнул супруге, чтобы она вызывала ГАИ и скорую. Открыл дверь, вынял меня из машины с ремней, положил на траву, жена спускалась уже с аптечкой, и он померил пульс, повернулся к ней, так как-то говорит, скорая, наверное, не понадобится, потому что пульса нет. Я так удивился, пульса нет, что они к этому телу пристали? Ну, как-то вот такое какое-то, знаете, что еще поразило? Абсолютно какое-то безразличие к телу. Безразличное отношение к своему телу. То есть, ну вот оно, ну как бы, не, ну как не считаешь, как в обычной жизни это с собой, да? Вот. Она подошла, и я знал, что она медработник. Она ему говорит, подожди, надо делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Но потом резко картинка меняется, я оказываюсь в другом совершенно пространстве, вот, и начинаю чувствовать всех своих родственников, всех своих друзей. И я чувствую девушку свою, с которой я на тот момент встречался. И чувство довольно-таки необычное, потому что, знаете, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить, когда вот вы находитесь с кем, кого знаете очень хорошо, в темной комнате. И вот вы рядом сидите, вы знаете, что этот человек рядом, но вы... Его не видите, потому что, ну, света вообще нет. То есть, ну, как бы, да и, ну, знаете, такое, и нечем смотреть, тела же нету, как бы, вот такая, ну, такое оно все парадоксальная такая ситуация, конечно, полностью. И что я чувствовал? Я чувствовал, где они находятся, я чувствовал, чем они занимаются, я чувствовал, о чем они думают. Но через некоторое мгновение я осознал,
для себя очень неприятную вещь на тот момент. Я понял, что никто из них абсолютно не чувствует и не знает, что со мной сейчас происходит. Никто не знает, что мне сейчас нужна их помощь. И такой еще был момент, они как бы рядом находятся, но как бы за пленкой. То есть вот это пространство, оно вроде бы и, ну как сказать, оно вроде небольшое, но пленка, она не дает возможности вот этого контакта. И я бы дотянулся к ним, ну, знаете, как бы чем бы тогда дотянулся, но как бы нечем дотягиваться. То есть, и у меня в этот момент самое тоже, что меня тогда вот зацепило, вот так, что та, которая клялась мне в любви, была занята другим. И на меня в тот момент накатилось такое, знаете, чувство такой вот обиды и злости, что вот, ну как так? И с этого момента вот начало происходить вот невероятное. Вот это вот эмоциональное давление и злость, они просто начали меня размазывать. То есть, вот, знаете, вот загнали как будто бы в какую-то коробочку, и вот давят со всех сторон. Ну, это... Вот когда, допустим, с чем это можно сравнить, когда вот мама тесто печет, и вот она берет скалку и раскатывает тесто, да, то вот в той ситуации я чувствовал себя вот этим маленьким кусочком теста, который вот этой скалкой вот так вот размазывает. Просто если было бы тело, то оно бы в порошок стерлось, ну, однозначно, то есть, но тела не было. И вот это состояние безысходности, вот этого нагнетания, вот этого негатива, злости, обиды, оно просто душило, и вот выхода нет. Вот, ну, допустим, тут вот там, знаете, наркоз можно там дать, отключиться можно там, допустим, где-то там, ну, как бы, если какие-то... А тут боль, от которой ты не можешь уйти. Ты хочешь, ты, ну, как, ну, некуда. И понимание пришло, что никто не может помочь. Вот что самое страшное, что никто не может помочь. Никто не знает. Никто не знает. И в этот момент опять картинка резко меняется. Я опять возвращаюсь возле машины и нахожусь у мужчины за спины и смотрю, как бы вот, как он мне делает искусственный массаж сердца. Но опять тоже интересно было. Я стоял у него за спиной, и я видел руки, которые делают мне массаж, ну, телу, да. И я видел дальше, я видел сердце, которое сжимается, и кровь, которая циркулирует по моему телу. Буквально еще секунда, и я дергаюсь от резкой боли в груди. И еще одно нажатие, я чувствую, я открываю глаза, я вижу его, я называю его по имени, его это, конечно, очень удивило. Я говорю, все, хватит, хватит. И он помогает мне сесть и говорит же мне, слава богу, живой. Приезжает машина ГАИ, приезжает карета скорой помощи. Меня забрали в больницу, сделали кардиограмму и сообщили мне, что у меня произошла остановка сердца. Из-за того, что я в машине, когда ехал, я выставил сиденье неправильно, и подушка ударила мне в лицо, а я ударился грудью о руль. Они взяли еще... Да, они взяли еще... Дефективная остановка сердца. Анализ крови взяли на наличие наркотических и алкогольных веществ. Ну, это сотрудники ГАИ попросили для оформления ДТП. Я позвонил друзьям, позвонил в страховую. Человек со страховой, я с ним как раз познакомился во время предыдущей аварии, он думал, что я над ним шучу. То есть вот буквально тут... Как бы мы с ним разговаривали, он страховал эту машину, и он говорит, ну, я, говорит, не верю. Я говорю, ну, приезжай, говорю, посмотришь. Приехал эвакуатор, погрузили машину, меня друзья забрали домой, в Киев увезли, и тоже такой поразительный еще момент был. Оценщик со страховой, это уже потом, когда осматривал автомобиль, он когда увидел, первая фраза, он подходит к автомобилю, такой бодренький, и такой спрашивает, говорит, а в машине, говорит, кто-то живой остался? Я говорю, да, говорю, я водитель. И он так, ну, он просто замялся и так... Типа, ну, с этой темы как-то, ну, решил ее больше не разворачивать.
Вот, я приехал домой в этот вечер, я никому не рассказал, ни папе, ни маме не рассказывал абсолютно ничего, что со мной произошло. Девушке я не звонил. Вот этот вечер... Она же была занята. Ну да. В этот вечер произошли огромные изменения внутри меня. То есть в этот вечер я вот как раз серьезно принял для себя решение заниматься своим духовным развитием. Вот этот опыт субличности, как мне потом Игорь Михайлович рассказал, он поставил все точки над «и». Я просто не хотел больше играть в эти иллюзии этого мира. И, ну сколько я там пробыл, это, ну, мгновение, то есть. А тысячелетия вот такого состояния, когда тебя вот эти эмоции давят, душат, и некуда деться, и никто тебе не может помочь, как-то, ну, как-то не хочется с этим больше сталкиваться. Вот. Собственно говоря, и, ну, с девушкой я расстался, естественно. На следующий день мне очень захотелось увидеться с теми, кто меня спасал, вот, потому что там тоже был такой момент один интересный. Я, когда это все происходило, я чувствовал от людей, что они реально хотят мне помочь. Вот, что это люди, они переживают за меня, они вот борются за мою жизнь. Вот, такое какое-то тепло. И тем более та информация, что я знал о них все, ну вот знаете, как хорошие знакомые, о которых ты знаешь все. Ну, я знал, где они живут, и я знал, что в этот, несмотря на то, что будний день, я знал, что они будут дома. Я, когда к ним приехал, они, конечно, очень удивились, вот, но они еще больше удивлялись, когда я им рассказывал, где в доме что расположено, где что находится, где лежат инструменты, ну, то есть полностью, я знал полностью расположение всех предметов. И мы с ними долго разговаривали, такая душевная беседа достаточно была, и я даже знал, самое интересное, что знал даже о них то, что они скрывали друг от друга. То есть я потом скажем так, тет-а-тет... Надеюсь, не сдал. Конечно. Тет-а-тет с ними, когда общался, ну, я им так упоминал, просто они, ну, они удивлялись. И тут чувствовалось родство. Вот поразительно, ну, с незнакомыми людьми такое родство чувствовалось. И захотелось мне их пригласить к себе домой. Ну, да, и, в принципе, и они, им было тоже очень интересно, чем я занимаюсь, где я живу, вот. И они на следующий день приехали ко мне в гости. Вот мы еще, конечно, с ними прообщались несколько лет, пока они не переехали. Вот, но я ни друзьям, ни родителям не афишировал нашего знакомства. Ну, это бы поставило их в тупик, и в серьезный тупик. Да. Ну, для меня это была своеобразная отдушина, потому что, ну, о таком не особо хотелось разговаривать с кем-то. Ну да, а с ними мог говорить на эту тему, потому что не знали о тебе. Так же все. Да, вот и в моей жизни это стал переломным моментом, конечно. Вот этот опыт, эти мгновения, но они поставили... С одной стороны, опыт хороший, потому что он вынудил тебя заниматься собой. А с другой стороны, никому не пожелаешь такой опыт, и который бы заставил тебя заниматься своим духовным развитием. Это, конечно, не очень хорошо. И самое печальное, конечно, в этом всем — это понимание беспомощности. Но в действительности, когда уходят наши родственники или знакомые, мы ведь тоже, даже будучи живыми, мы чувствуем их. Мы понимаем на том далеком опять плане. Ведь вот эти связи восприятия, или можно их назвать метафизические, как бы мы их ни называли, взаимодействия. Ну, правильно, это информационное взаимодействие, ничего здесь сложного нет, но для людей это немножко сложновато. Люди чувствуют эту взаимосвязь, и люди чувствуют, что они что-то должны, как вот какое-то бремя долга, какой-то ответственности перед своими родственниками и усопшими. И есть желание и стремление им помочь. И вот почему-то многие стремятся отмолить ихнюю душу, еще что-то спасти. Это невозможно. Мертвый, он мертвый. Мертвого живым не сделаешь. И люди вкладывают огромные силы, тратят свои духовные силы на те потребности этих мертвецов. С одной стороны, понятно, что и обрядность, и
скажем, и культура, она обязывает, она привязывает нас. С другой стороны, мы чувствуем эту необходимость. Но, к сожалению, люди утратили понимание, как правильно это делать и безопасно для себя. Ведь испокон веков говорили, что с мертвецами нельзя дружить, мертвых надо отпускать. Но в нашей культуре этого нет. Да и в культурах многих людей этого нет. Есть народности, где предков и кости моют, и каждый, чуть ли не каждый месяц вспоминают и тому подобное. Но это обусловлено как раз тем, что люди пытаются таким образом привить к своим потомкам для того, чтобы потом вспоминали и о них. Ведь вот эти вспоминания и переживания, совершение определенных обрядов, оно как раз дает облегчение состояния, вот, у тем состоянием субличности, перестает вот этот жар пылать, перестает давление, ну и, как говорят, голодный насыщается. Но надо понимать, что когда мы переживаем, когда мы испытываем, ну, как бы свои родственные отношения или вспоминаем своих мертвецов, в это время мы отдаем им жизнь. Это не значит, что наши земные дни сократятся. Нет, но наши шансы занять место рядом с ними многократно увеличиваются. Здесь тоже момент такой очень, очень щекотливый, скажем. Это кстати, вот по поводу того, что вы сейчас сказали, занять место рядом с ними. Вот даже в такой книге «Жизнь после смерти» там описывается то, что те люди, которые как раз-таки они во время своей жизни тяготели к мертвым и общались с ними, они как раз-таки возле них и останутся. Это естественно. Если они большую часть своей жизни на это как раз-таки потратили. Но это не значит, что большую часть своей жизни, ведь в действительности даже вспоминая редко своих ушедших родственников или близких, мы отдаем часть жизни, потому что мы взаимосвязаны с ними. Это как из полного сосуда переливается в пустой. Оно по капельке, но оно выливается, и назад его не вернешь. Вот, вот это беда. И об этом также есть упоминание, и во многих религиях об этом говорилось. Поэтому и появилась, скажем, такая необходимость, и священники еще в древности, они брали на себя обязанность как бы молиться за ушедших, чтобы им было легче, чтобы освободить людей от этого бремени. Но опять-таки, вот если мы разберем, допустим, даже мы вот молиться, но о ком? Он молится о том, кого он не знает. Но исходит из того, что Бог разберется, ну, какой Бог имеет отношение к мертвым? Бог мертвых — это сатана, а ни один человек стал субличностью, из его дома еще не вышел. Это тоже надо понимать. Бог живой. Он Бог живых, он не Бог мертвых. А люди, даже прибегая, скажем, к определенным ритуалам или традиционным каким-то действиям, они понимают, что они облегчения этим не делают. И вот остается вот это чувство вины, недоделанности какой-то. Мы, конечно, пытаемся психологически от этого спрятаться, уйти, не думать, но все равно вот внутренняя связь, она некая остается, это испытывают все. Она тонкая, но она есть. И вот по вот этой тонкой связи, как раз по капельке, как, скажем, летом на рассвете, как на паутинке капельки росы собираются, так она с жизни уплывает. Это тоже плохо. А с другой стороны, не вспоминать тоже не получится, потому что мы взаимосвязаны. И вот как Андрей поделился своим опытом, он чувствовал очень сильно, и он нуждался в этой помощи. И понимание того, что наши дорогие, близкие нам люди, ушедшие туда, они оказываются в такой ситуации, переживая то, что невозможно пережить здесь. И они нуждаются в нашей помощи. И хочется помочь, конечно, но часто мы совершаем неправильные действия. Здесь это тоже ошибочные. Вопрос острый, вопрос серьезный этот. Вопрос смерти, он вообще как бы касается абсолютно всех. Даже если мы посмотрим на наше общество. Это неизбежно. Даже, да, даже самые заядлые или отпетые атеисты, ведь они все равно пасхальные праздники вместе со всеми ходят на кладбище. Убирают могилки. Да, поминают. А как же? Своих. Но люди даже не чувствуют, как жизнь ихняя перетекает мертвецам. Да.
Да, это вот 5 лет назад, когда нам рассказали вот информацию по поводу того, как можно помочь мертвым, но при этом сохранить жизнь. Сохранить жизнь, да, не делиться жизнью, но при этом и им чуть-чуть, скажем так, ну, оказать посильную помощь. Ну и опять-таки, если вот разобрать то, о чем ты говоришь, это дает им временно облегчение. Это все равно, что накормить досыта голодного, но он же все равно проголодается. И человек здесь не вечен. Субличности существуют веками, а человек существует годами. Это тоже надо понимать. Конечно, облегчить их судьбу мы не можем, но с другой стороны, в понимании субличности оказанная такая помощь для них — это как полноценный отдых. Да, для них это, конечно, очень ценно. Неделю отдыха от ада. Вот. И я вот хотел поделиться, вот 1,5 года назад, с разницей в 2 месяца, умерли бабушка и дедушка. И вот когда умерла бабушка, достаточно тяжело было, то есть чувствовалось давление и там… и взаимосвязь. Да, да, да. И я вот на самом деле, когда вот это начал переживать, ну вот эти вот приходы там и во сне, и то есть субличность о себе начала напоминать. Ну а как же? Она же цепляется. Конечно. Вот Андрей тоже рассказывал, что было желание зацепиться, да, достучаться до родных, до близких, потому что это единственное, что связывает с жизнью. Поэтому человек, находясь в состоянии субличности, особенно в переходе, он пытается достучаться. Но когда нет понимания, нет знания, и он не знает, как это сделать. Но информационный обмен, он продолжается, поэтому и люди чувствуют эту привязанность, они чувствуют и тоску, и помощь. И они чувствуют, что они обязаны помочь, но не знают, что сделать, как оказать действительно реально действенную помощь. И здесь получается, когда они прибегают к естественным ритуалам, ну, тому, что вот обычно мы делаем, ну, это все равно, что дать конфетку голодному, тому, кто умирает с голоду, раздразнишь аппетит, но не насытишь — это тоже правда. И помощь никакая, и сам много теряешь. До него доходит конфетка, она не решает той проблемы, которую надо, но для нас мы отдаем очень много. Эта конфетка является жизнью. Ну да, и было такое, вот как вы говорите, это же вот, во-первых, давление, а во-вторых, вот это чувство вины. Вот чувство вины. Да, вот чувство вины вот, и долга. Вот как будто я что-то должен и не додаю. И я вот здесь вспомнил вот эту информацию, которую вы рассказали, то есть как помочь, и сделал вот то, что вы нам рассказывали. И на самом деле вот моментально получил облегчение. То есть это абсолютно, это разительно. Вот просто такая разница. То есть такое ощущение, знаете, вот как будто я на себе, я не знаю, там, ну, каменюку 200-килограммовую нес и сбросил ее. Более того, я еще через некоторое время, вот, ну, такое вот это можно сравнить, вот чувство пришло, как, вот, как благодарность. Вот, ну, это естественно. Не могу это объяснить, вот, знаете, вот как будто я вот слово благодарности почувствовал. И когда там дед умер, то, ну, там было понятно, что он умирает. Я помог ему, облегчил вот этот сам переход. Это самое тяжелое. Да. Осознание того, что ты умер. И, конечно, в этот момент помощь, она очень важна, нужна, но она… Человек все равно умер. А для живого это опасно, если неправильно это… Но с другой стороны, мы подняли такую тему. Лучше жить, лучше заниматься духовным развитием и не умирать. Это правда лучше. Это легко, это реально. Обрести жизнь — это очень просто. Всего лишь надо отказаться от смерти, начать жить. Нужно не распылять свое внимание, куда попало. Не надо кормить кондуков и всякую нечисть. Не надо поддаваться на провокации своего сознания. А надо вкладывать то ценное, важное, те жизненные силы именно в жизнь. Если человек не начнет жить здесь, там он не начнет. Это уже бесполезно. Поэтому давайте жить, ребята. И в заключение я хотел бы обратиться
воспользоваться моментом. Я, конечно, извиняюсь за такой переход, но для нас это важно. В каком плане? В прошлых передачах мы подняли вопрос о трактате Береке «Всевластия». И также мы упоминали о трактате Суфии Алаяра о вечности. Он сейчас находится перед вами. Вопрос заключается в том, что, как нам удалось выяснить, трактат Береке трое свидетелей видели в июне 41 года, как раз перед вскрытием могилы Тамерлана. Второй раз видели уже его четверо, и они оставили подробное описание своих свидетельских показаний, и они подтвердили, что они действительно встречались с потомками самого Береки, и они видели в действительности у этих людей в хорошем состоянии книгу, которая являлась именно рукописным трактатом всевластия самого Береки. У нас просьба, потому что на сегодняшний день мы не располагаем ни возможностью, ни временем заниматься поиском этого трактата. Мы хотели всего лишь сравнить разницу в описании в трактате Алаяра и в трактате Береки, то есть сравнить текстовый вариант. Интерес заключается в том, что всего лишь по прошествии нескольких сотен лет какие изменения были привнесены при устной передаче. Ну, просто научный интерес. Насколько сознание способно даже такие ценные знания подменить и изменить. Если кто-то сможет помочь, было бы здорово. Вот как раз обратились, может быть, действительно, у нас же по разным странам есть люди, может, кто-то знает, мало ли, у кого-то в семье есть как раз трактат Береки. А интересно сравнить, вот, что Суфий Алаяр привнес за вот этот промежуток времени. Это действительно интересно. Я думаю, это будет интересно не только нам, но и тем, кто обладает на сегодняшний день трактатом. Также очень интересно еще один момент. Доподлинно известно, что сам трактат Береки «Всевластия», он был, ну, скажем так, отобран и находится как раз в недосягаемости для людей. А это говорит о том, что была копия. А кто сделал эту копию? Береке или уже Тамерлан? Факт того, что был в 41 и 42 году именно трактат Береке, он подтверждается. Подтверждается один в один словами, которые там записаны, что когда вскроют могилу Тамерлана, начнется война. То же самое написано здесь, вот как раз у Суфия Алаяра. Все слово в слово. И некоторые вещи еще мы их оставим за кадром, чтобы не оглашать. Это как такое тем, кто знает и обладает трактатом Береки, мы найдем общий язык и по словам отсюда и оттуда мы сопоставим для того, чтобы это упростить, скажем, нашу встречу. Поэтому то, что или копия, или подлинник сейчас находится на руках, это гарантированно. И, очевидно, его бережно берегут потомки Береки. Такие произведения невозможно не беречь. Вот. К сожалению, данный трактат Суфия Алаяра, он немножко пострадал, но не по вине людей, а как раз по вине несчастных случаев, скажем так, не зависящих от людей. Но слава Богу, вся информация в нем есть. Он сохранился, его уберегли, поэтому мы можем сравнить и провести определенный анализ, что утрачено, что осталось, что привнесено. И таким образом мы можем вычислить приблизительно хотя бы, сколько изменений и какие именно от Алатхиаров до Береки, пока он записал при устной передаче, сколько было привнесено изменений в сам трактат Береки и что послужило именно этой подменой, как произошла эта трансформация. Это очень интересно. И что и на какой стадии в человечестве было упущено, что они сменили Бога на дьявола. Это важно. Будем знать эти моменты, может быть, поймем и другие. Спасибо большое, друзья. Извините за сегодняшнюю передачу. Она была немножко тяжеловата, но правда, она всегда тяжела, но она всегда со смыслом.
Спасибо. 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 Проста до ужаса. Не предавает Бога и бедняка не коснется. Но для людей она ценна и важна, я тоже понимаю. Героические подвиги людей, как они преодолевали эти сопротивления от системы. И по факту мы знаем тоже массу таких случаев. Скажем, даже и из этого опыта пребывания их очень много. Когда люди не сдаются, когда обычные люди. Банально, обычные люди, они противостоят кондукам довольно серьезно. Если человек духовно развит, кондук не нападет. А если человек слабо и нападает молодым кондуком, его противостоять можно. Но если нападает действительно кондук с опытом, то это нереально. Он заберет. Он всегда берет то, что он хочет. Единственный способ — это целиком и полностью уйти. Отдаться Богу — это единственное спасение. Но это же опять-таки, это же надо понять этот случай и оценить. Это надо, чтобы личность хоть обладала хоть какой-то свободой, хоть какой-то, хоть каким-то позитивным таким толчком что-то должно послужить. А если нет этого толчка, что тогда? Вот мы обсуждали сегодня вот, пример мальчика с девочкой. Видите, буквально в смысле слова. Мало того, что съел, он еще издевался, он демонстрировал собственную власть. Он упивался этой властью. Ну, это же так. Надо не сдаваться. Ничего. Давайте думать о хорошем и поступать правильно. Тогда нас это не коснется.